Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств. Было установлено, что злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла, а также Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц, а также арендовали помещения, в которых открыли автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались. В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег. Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении шестерых фигурантов избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на задержание всех лиц, которые причастны к противоправной деятельности, продолжается.